Раз-два, друзья, всем привет! Скоро в Клондайке стартует новое обновление под названием «Фестиваль фонарей». Буквально осталось 24 минуты до начала. И как раз за это время, я думаю, мы сейчас проведем наш конкурс на YouTube. Ссылку на видео я сейчас сайта yo.gif. Кто хочет, проверяйте, но сайт надежный. Так, указываю ссылку на видео, нажимаю начать. Так, призовое место у нас одно. И старт. Сбор и обработка данных. Розыгрыш успешно создан. Победитель один. Так, сторонний рандомайзер или... Ну, давайте через вот этот. Случайное число. Генерировать. 23. Дарья, подождите. Вот наш победитель. Дарья Лидикаушине. Сори, если что, читать не могу. Так, и теперь смотрим комментарии и ищем Дарью. Где наша Дарья? Так, я что-то не вижу. Может, выше где-то. О, спасибо за видение. Новичок, Дарья, у нас 27 уровень. Ладно, победитель есть. Сейчас я постараюсь связаться с Дарьей. А мы продолжим видео, как стартует обновление. Ну что ж, друзья, локация уже доступна, и мы сразу на нее переходим. У нас есть 8 дней с этого момента, чтобы забрать все награды и пройти локацию. Так что, думаю, мы как-то справимся. Ну, я справлюсь. А насчет вас не уверен. Посмотрим. Сейчас у нас подгрузка обновления как раз идет. И заранее скажу, в этом видео мы... разыграем также еще один призовой набор 80 изумруда и все такое. Для участия просто напишите любые комментарии под видео. Спасибо, что помогли с фейерверками. Так, но это, я так понял, продолжение локации, которая уже закрылась. Что-то там с драконом было связано, да? Долина дракона. Ладно, поехали дальше, перейти к событию. Так, играть. А что это за игра? Подождите. То есть мы будем перепрыгивать. Давайте попробуем. Так, не касайтесь экрана, чтобы фонарик опустился вниз. Собирайте монетки, чтобы улучшить свой результат. Топливо расходуется при подъеме. Следите за его уровнем. Пополняйте запасы топлива прямо в полете. Почему бы не попробовать? 3, 2, 1. Погнали. Ага. Он трохи по-другому себя ведет. Очень интересная игра, но я думаю, нам стоит собирать вот эти монетки как раз. Так, это обман? Обманный маневр или что? Ах, хмар можно касаться. Я думал, нельзя. А, нельзя их касаться. Ладно, проверил. Я... думал, все-таки можно этих касаться облаков, но все-таки нельзя. Было здорово, можно еще один раз. Фонарика у нас много, но для запуска нужен воск. Ты можешь сделать его на пасеке. Просто принеси пчелам цветы. Окей, я так понял, первый раз, за первый раз нам не дали ничего или дали. Сейчас посмотрим.
Так, 200 опыта. 250. Это такое. Тут уже энергия и лед. Пока что наград нет. Так, вот, награды. Смотрим. Как всегда, я так понял, у нас... Подождите. Печать дракона, вот. Это премиум награды за... Короче, в районе 250 рублей они будут. А это простые награды. Ну, я думаю, не стоит премиум награды того, чтобы их покупать. Хотя, если кто-то надумал, можете покупать. Кстати, вот это обидно, что как раз фотка дракона это только премиум. А не премиум это мышь. Ну ладно, и так сойдет. Что нам дальше делать? Вот эту штуку давайте вот сюда переместим, чтобы она нам не мешала пока что. Если что, потом ее израсходуем. Хотя я, возможно, ее... Так, куда нам дальше идти? Вот, вот здесь вижу. Спрятали немного за этими локациями. А что если прожимать? Пчелы, цветы нужны. Цветы, я так понимаю, вот есть. Окей. Соберите желтые цветы. Ну, собираю я желтые цветы. И что? Что и в следующей попытке постараюсь как можно дальше пройти. Облаков касаться я уже не буду. Я просто думал, можно их касаться. Что-то не прочитал правила. Да, обидно, но ладно. Так, открываем базы. И что у нас дальше будет? Цветы, нам же нужно цветы собирать, да. Я забыл про это. Так, вот это что? Куст желтых цветов. 5 часов. Чего? Чё так долго? Очень долго. 5 часов ждать. Как бы. Надеюсь, нам хоть хватит цветов. О, цветов здесь много. А вот эти цветы, я так понимаю, нужно сейчас сломать. Ядовитые, да? Что-то вроде того. Соточка выпала. Жаль, что не в начале. Так, вот шарик. А, это фонарь просто. Кстати, огонь дает, если прожимать по нему. Подождите, у меня что-то скейт не так. Она зависла. Так, ну ладно, давайте тогда на домашний зайдем. Может, с ней все в порядке будет после того, как перейдем между островами. Я, кстати, сомневаюсь. Так, опять на фестиваль фонарей идем. Может, все-таки это что-то с этими цветами связано? Нет? Вроде уже все норм. И теперь мне нужно ждать еще 5 часов, пока они остановятся. А здесь сколько? А здесь можно пропустить. И здесь недолго ждать. Так, 6 штук я могу... 6 раз могу сыграть. Воск плюс 1. 6 часов. Окей, это отлично. А вот игра. Подождите, награды. Вот, как раз нужно вот эти, я так понял, собирать, чтобы получить все награды. И нужно 15 тысяч их собрать. Серьезно, а чё так много? То есть, что-то у нас с гонкой. Секунду. Гонка. Соберите 30 монет. Удачи в мини-игре фонарики, чтобы получить доступ к соревнованиям. Окей. Ну, кстати, они здесь прикольно придумали, что можно как раз монеты собирать. То есть это не зависит от ресурсов любого игрока. То есть в топ-1 там можно попасть каждому, кто
кто лучше всего будет играть как раз в эту игру. Ну давайте дальше по острову продвигаться. Остров вроде не очень-то и большой. Я думал, энергии много понадобится, но пока что ее много не нужно. Так, и что у нас дальше? Вот новые задания. Починить мост, я так понял, нужно нам мостик починить. Так, кирпичи, кварцевый песок, шпон. Ну, починили мне мостик. Так, награда. Награда у нас такая. Так, цветы. Где наши цветы? Вот еще цветы. Я за эти как раз даже не думал, что их можно здесь собирать. Вот. Так, теперь дальше. Соберите красные, соберите фиолетовые цветы. Когда закончатся цветы, воска больше не будет. Эти цветы очень быстро растут снова. Очень быстро это... Ой. 5 часов это по-вашему очень быстро? Быстро, да? Прям очень. Я понял тогда. Давайте тогда воск создавать. По мере того, как нам поступают цветы. Окей, у нас 16 уже есть. Так, а здесь что-то нам с ним нужно сделать. Также построить картон, гравий и брус. Здесь брус, кирпичи, шпон. Как хорошо, что я вот шпона подготовил к этому обновлению. Обычно я его немного запасаю, но я все-таки решил запастись. Потому что вот как раз на предыдущее обновление мне его и не хватало. Думаю, вот сюда нам нужно идти. Вот этот камень. Вот эти ресурсы рубить. И у меня есть еще один динамит, да? Ну отлично, динамит позже используем. Пока что я не вижу... Не вижу смысла, где ее ставить. Кстати, кто-то на канал подписался. Спасибо за подписку. Жаль, что не могу посмотреть, кто. Надо было на экран выводить. Так. 48, вот. Что я собрал? Я фиолетовый собрал, осталось красное собрать. Я так понял, нам не показывает, где находятся цветы. Нужно самому открывать всю территорию. Так, ну давайте вот эту откроем. Вот здесь желтые цветы. Подождите, нам же желтые не нужно. Давайте пока что их оставим в покое. Возможно, нам как раз дадут задание, чтобы собрать как раз вот эти все желтые цветы. Так, ну форест мне 100% нужен, поэтому давайте его по возможности больше рубить. Ресурсы нам нужно будет возобновлять все. Так, это деревня. Проходим дальше. Желтые цветы также нам, какие нам красные нужны, да? Сейчас извиняюсь, пересмотрю. Вроде красные, окей. Нужно найти еще один этот кустик. Вот как раз он здесь находится. Только, скорее всего, к нему нужно будет идти. Сначала вниз. Что за ящики? Ящики воск дают и коллекцию бабочек. Хорошая коллекция, мне она нравится. Так, ну идем тогда дальше вниз по тропинке. Скорее, я думаю, нужно будет сами вниз идти, чтобы завернуть как раз. Это сделано для того, чтобы вытянуть из нас побольше энергии, я так думаю. Локация маленькая, энергии и так мы очень много не тратим. Сколько я только 2000 энергии потратил своих. Ну, может, чуть больше, я там не смотрел. Так, вот у нас как раз красные цветы начинаются.
Так, форест вырубаем весь. Но не весь, а тот, что нам мешает проходить дальше. Так, вот красные цветы. Одна штука. Но вон там вторая есть, да? Давайте до второй дойдемся. Подождите, я красные. Создайте воск в пасеке. Можно сейчас воск создавать. 27 штук создал. Теперь у нас есть все, чтобы отпраздновать фестиваль фонарей. Окей, давайте праздновать, что нам нужно. Получить. Ура, получили награду улей. Пчелы приносят мед. Хороший источник энергии. Я так думаю, по одной штуке меда они будут приносить. Хотя это вообще не точно. Так, что у нас? Нам нужно сейчас цветок еще разрушить. А дальше соберем все цветы, что остались на острове. Так, там, вот здесь, кстати, нужно еще проверить. Там вижу, вон желтые цветы есть. Возможно, там еще какой-то цветок спрятался. Вот, да, вроде какой-то еще вон цветок лежит. Да, вон желтый цветок. И вот эти кустики уберем туда. Вон еще один цветок. Я так думаю, что попасть в топ, нужно собирать все цветы каждые 5 часов. То есть будильник себе ставим каждые 5 часов и собираем просто. А игрушку потом можно в свободное время поиграть. Сейчас я, кстати, в конце видео попробую получить максимальное количество монет за один воск. Посмотрим, что у меня с этого выйдет. Так, ну еще соточку дайте. Ладно, и так сойдет. Окей, цветы. Воск нам дают. Так, вот это я получил. Теперь мне нужно запустить и небесные фонарики. Как мне получать свой результат в мини-игре, чтобы открыть доступ к более ценным наградам? То есть мне нужно сыграть сейчас, подождите, 20 раз, чтобы запустить эти фонарики, я так понял. Но это затянется по времени, и тогда я сейчас соберу цветки. 20 раз я играть буду, конечно же, уже не на видео, потому что это, я думаю, время немного займет. Так, сыграю, начало вам покажу и вот конец игры. И покажу максимальный результат, который я собрал все-таки. Так, вот еще цветы. Цветов, кстати, довольно много здесь все-таки есть, поэтому играть придется очень много, если кто-то настроен на топ-1. Хотя я думаю, там есть люди, которые будут отрываться намного вот эти как раз кого там. Фонариков или что там, монет, короче, да. И их будет нереально догнать, потому что они будут играть в эту игру просто прям с утра до вечера. Не знаю. Попытаться может и стоит, но там топ-1 занять практически нереально. И вот у нас цветы. Давайте вот это дерево сломаем. Совершенно большое такое стоит здесь. Здесь под ним что-то спрятано. Да, он как раз забрал это. Так, вот остальные цветки давайте уберем. И теперь нам нужно 5 часов ждать, я так понимаю. Вот еще цветки есть у нас. 10, 5, 5. Последний. Или может где-то еще есть. Секунду. Так, ну я вроде не вижу. Давайте вот этот камень уберем. Может, там что-то и спряталось. Нет. А, да, есть цветки. Я уже слепой. Здесь синие цветки. На самом деле, сейчас цветков я собрал очень много. И мне хватит сколько.
можно будет уже раз, не знаю, больше 50 раз в эту игрушку играть. Я так понял, она не слишком и сложная. Сейчас попробуем. Один уровень прям я вам покажу. Куда я смогу добраться, сколько вот монет за одну эту игру соберу. Так, ну я так понимаю, сначала медленно идем, потом будем ускоряться. Топливо. Нужно следить, кстати, за топливом. Так, топливо мне пока что не нужно, поэтому давайте монеты забирать. Окей. О, это что за тучи? Поздравляем, награда плюс 5 монет. Продолжить. То есть до туч доходим нам. Вот. Это второй уровень уже, да? Ну, это хорошо, что. Так, топливо давайте заберем. Нет. Ой, гг. Я понял. Не надо было это топливо забирать. Хотя можно его собирать. Но все-таки лучше идти к следующему. Они, кстати, его спрятали так, чтобы ее было очень сложно забрать. Так, ну вот я и вторую попытку свою проиграл. Давайте тогда я сейчас буду прерывать видео, а возобновлю, как я сыграю 20 раз, вот 20 шариков запущу. Так, ну что ж, это моя 20-я игра уже. Сейчас мы ее пройдем, точнее, не пройдем, а сольем, или как там, проиграем. Не знаю, максимально я пока что зарабатывал 84 монеты, это максимально было. Минимально было 5, 1, или когда там сливался, умирал, убивался, или как это сказать, не понимаю. Короче, шар лопал на самом начале минимально. Сейчас у меня уже даже топливо заканчивается. Я то хотел подобрать, но что-то не сумел. Может, как раз в этой последней игре я сейчас свой рекорд побью. Главное здесь аккуратно играть, потому что когда ты спешишь, ты можешь проиграть в самом начале. А за то, что ты... Блин, я вниз уже не успею. Вот, давай. О, хорош. О, я уже свой рекорд побил как бы. Забил. Так, погнали дальше. 88. Я не знаю, такое чувство, как шар ускоряется, чем дальше идет, тем быстрее летит. Может, это не так, но я думаю, он ускоряется с каждым уровнем. Блин, все, кг. Не успевал я вниз. Так, вот, 95 монет мой рекорд. Пока что, возможно, потом будет и больше. А сейчас я зайду и посмотрю. Секунду. Так, ну окей, друзья, я запустил все 20 шариков. Забрал награду, хотя она того не стоила. Так, я прошел все испытания. Окей. Итак, смотрим шарики. Топ-1, серьезно. Ну, топ-1 это, я так понял, по стране или как там его. И нажимаем на мировой рейтинг. Топ-2. О, хорошо, я продвинулся. Ну окей, будем стараться держать топ-1. Я не знаю, это будет очень сложно. Но я попробую все-таки. Возможно, меня там за первый день выбросить оттуда. Так, вот мои награды, которые я уже забрал. Я так понял, я смогу их получить, когда закончится этот фестиваль.
Тогда идем на домашнюю локацию проверять наши подарки. Напоминаю вам, что группу на ВК и группу на Facebook, где вы можете получать уведомления о новых видео Клондайки, именно Клондайки, чтобы без спама там какого. Потому что я сейчас в игры играю, чтобы вам не мешать, просто подписывайтесь на группу ВК или Facebook, чтобы получать уведомления только по Клондайке. Так, дракон. Дракон у меня еще время дает, пусть стоит. Улей. Так, окей, улей ставим. Мед. 20 штук. Ладно, я уже в описании, в комментариях точнее напишу, сколько мед дает. Или, да, напишу комментарий, его закреплю и там напишу, сколько дает мед все-таки. Энергии. Окей, смотрим дальше. Динамит. Так, еще фонари. Ну, у меня же есть уже. Зачем мне еще? Ну ладно. Ну, награды такие себе. По этому. По сюжетке. Единственные вот здесь награды. Видите, здесь. Ну, я думаю, стоит. Там тем более на весь. На всю локацию я где-то потратил 4000 энергии. Плюс я могу сказать, вот я собрал еще энергии с этой локации. И собрал еще коллекцию бабочек 5 штук. Вот еще энергия будет. То есть буквально вот только 170. Ну, плюс 200-300 единиц энергии собралось. То есть, ну, хай 8500 будет. 8600 даже. Я потратил меньше 4000, где-то 3500 энергии, если считать, минус ушел на 3500. И получил два вот этих фонарика, плюс улей, который дает нам тоже энергию. Через, когда видео выпущу, в комментариях я сразу напишу, сколько энергии нам дает вот мед. И я думаю, будем сегодня играть вот эту игрушку как раз. Попытаемся попасть в какой-то топ, хотя бы не в топ-1, хотя бы в топ-10, я так думаю. Вот где они. Меня уже скорее всего слили. Вот гонка. Не, здесь я по-прежнему на первом месте, а вот здесь. Здесь я уже на пятом, то есть буквально 2 минуты стоило мне не поиграть в эту игру. Я уже на пятом месте и на 200 монет уже игрок вырывается вперед. То есть постараюсь, по крайней мере, попасть в топ-10. Хотя я думаю, это тоже будет для меня нереально. Ладно, друзья, на этом буду заканчивать. С вами был Зомби и увидимся в следующих видео. Увидимся в следующем видео. Вот так. Или видео. Ну, короче, забейте. Удачи всем.